Да, друзья, сейчас вы видели BMW F30 M Performance заводская. Это ее задний бампер, который мы уже сняли. Смотрите, что произошло. Не знаю, как он так сделал, но юбочка задняя развалилась. Здесь одного кусочка не хватает. Это все спаяем, кусочек восстановим. Так, теперь как это происходит, можно показать на примере другого кусочка. Это у нас, по-моему, Ford какой-то, да? Вот электродом. Ну, давайте мы сейчас, наверное, подождем, когда Руслан возьмет в руки электрод. Сможем показать, как это происходит. Кстати, буквально вчера снимал видос, как этот бампер был разорван. Юбочка была разорвана. На ней были также отсутствующие детали. Смотрите, все спаяли, никаких сеточек. Ну вот, собственно, видите, красота, все ровненько, и ничего менять не пришлось. Самое главное, что без всяких сеточек, и все круто, все качественно. И вот еще у нас один бампер в работе. Это фокус третий.